TV. Доброго утра всем, кто начинает этот день вместе с нами. В эфире постоянная рубрика «Новости». О самом интересном я расскажу вам прямо сейчас. В Калининградской области за месяц стало меньше безработных. Как сообщили в Государственной службе занятости, 1 февраля этого года количество желающих найти работу составило 1675 человек. Большинство вакансий в области, а это 67%, для рабочих специальностей. Наиболее востребованные профессии – водитель автомобиля, каменщик, врач-специалист, штукатур и уборщик территорий. Напомним, ранее стало известно, что количество безработных в России превысило 1 000 000 человек, а за прошлый год в Калининграде количество безработных увеличилось на четверть. Продажи новых автомобилей в России в январе, по предварительным данным, рухнули на 29%. Было продано 82 тысячи машин. Это всего на 8 тысяч больше, чем в январе 2010 года. В начале 2010 не действовала ни одна мера господдержки автопрома. Сейчас есть госпрограммы утилизации льготного автокредитования и лизинга. На них в прошлом году был потрачен 31 миллиард рублей из бюджета. С нового года большинство производителей регулярно повышают цены на 2-3%. Отец укачал малыша меньше, чем за минуту. Папа из Юты, штат США, опубликовал на странице в Facebook небольшой ролик, в котором показано, как он укачивает маленького сына Самуэля. Отец вместе с ребенком садится за синтезатор и начинает играть знаменитую колыбельную Брамса. По словам папы Самуэля, у малыша недавно была ушная инфекция, после чего он стал плохо засыпать, и только эта мелодия смогла помочь справиться с проблемой. В Фейсбуке видео просмотрело более 34 миллионов человек. Это все новости к этому времени. Увидимся совсем скоро, а вы не переключайтесь.